любители Москвы. Ну вот здесь когда-то находился литейный цех завода «Динамо». Ну вообще здесь одни были цеха завода «Динамо» вокруг. Вот здесь вот это все были цеха завода «Динамо» в советское время. Где-то с конца 20-х до... Ну, с конца 20-х, начала 30-х, ну и, соответственно, вот до середины 2000-х годов, то есть даже еще и в постсоветское время тоже. Большая территория была, ну вот этой ограды не было. Здесь проходили железнодорожные пути между цехами, вот прямо здесь вот параллельно шли железнодорожные пути. Вот. Довольно много было путей. Там вот и завод «Динамо», он был довольно большую территорию занимал. Вот туда прям вплоть до Симонова монастыря бывшего. И саму территорию Симонова монастыря он тоже занимал. И туда дальше шел прям за монастырь, туда вот до, вплоть до стадиона «Торпедо». Вот такую территорию занимал. Ну и здесь вот все вокруг. Одни вот бывшие цеха завода «Динамо» были. Там была станция Лизина, вот, на улице Ленинская Слобода нынешней. Ну и дальше туда дорога шла на станцию Симонова, на конечную станцию, около Ленинской нефтебазы. Но раньше она была Симоновская нефтебаза, туда цистерны возили с нефтепродуктами, ну а потом в советское время переименовали в Ленинскую нефтебазу. Сейчас она законсервирована, и скоро там начнет строительство нового жилого комплекса. Вот здесь была заводская лаборатория вот завода «Динамо», центральная заводская, ну как бы такой интеллектуальный центр, где всякие испытания проходили, электродвигатель, всякого электрооборудования. Вот. Ныне тоже здесь вот бизнес-центр находится. Ну и все, вот эти, вся территория, вся это была тут завода «Динамо». И церковь, собственно, вот эта, которая сейчас тут отделена от остальной территории, это офисная нынешняя, да, она тоже была одним из цехов завода «Динамо». Там компрессорная находилась, компрессоры работали. Ну и, соответственно, конечно, они очень сильно повредили церковь, она вся фактически была разрушена. То есть застала церковь в 89-м году. Возвращена церковь в ужасном состоянии и очень долго проходила вот реставрация. Но сейчас она уже полностью отреставрирована. Ну а здесь вот дошли железнодорожные пути, вот, и были вот цеха, вот завод «Динамо», здесь везде вот эта вся территория. И вот здесь вот был литейный цех, литейка была, да, страшный такой, опасный, очень вредный цех. И, в общем, где-то до середины 2000-х годов он действовал, вот этот завод. Ну, официально он был закрыт где-то в 2008 или 2009 году, ну, а так фактически работал где-то до середины 2000-х годов. Производил электродвигатели, завод «Динамо», ну, до этого здесь еще до «Динамо» находился, как сначала возник, как, так сказать, первое электрическое общество в Москве, еще в самом начале 20 века, еще до революции 17 года. Потом это общество было переименовано просто в электромеханический завод в 1913 году, но потом он получил уже название завод «Динамо» имени Сергея Кирова уже в советское время, после смерти, соответственно, политического деятеля Сергея Кирова. Ну и видно, завод уже был в таком ужасающем состоянии, этот литейный цех, что его даже не стали сохранять, в отличие от многих других вот окружающих вот зданий, которые, видите, в таком стиле, их в целом сохранили. Ну, а эту литейку, ее полностью разрушили, полностью этот цех снесли. И вот в 2015 году построили вот этот новый бизнес-центр, который называется «Симонов Плаза». Числится он по улице Ленинская Слобода. Ну, вот находится между улицей Ленинская Слобода и Восточной улицей, где вот здесь территория. Вот, ну и сейчас здесь вот всякие офисы находятся. И главный офис – это компания «Связной». Это оператор «Мегафона», да, вот знаменитый мобильной связи.
здесь вот сидит эта компания. И вот недавно сюда переехала компания «Гражданский самолет» у Сухого. Тоже она находилась, по-моему, на Ленинградском проспекте где-то там, вот, в Северном округе. Ну, а теперь сюда переехала в Южный округ. Вот, тоже здесь сидит. Ну, это как бы, естественно, никакого производства здесь нет. Это именно вот администрация этой компании «Гражданский самолет» у Сухого. Ну, и всякие другие офисы тоже мелкие, тоже тут, в принципе, есть какие-то энергокомпании разные и так далее. Ну, вот видите, там вот двухэтажное здание с стекла в основном, ну и всяких таких вот металлических конструкций опорных. Ну и вот видите, там вот прям всякие столы стоят, цвет, ну как вот в офисах бывает. Ну и здесь вот идет такая офисная жизнь. То есть вот вместо заводского цеха литейного теперь здесь вот, так сказать, уже сидят, как сейчас говорят, офисный планктон, да, там такие офисные служащие. Вот там Симонов Плаза, ну и всякие другие вокруг тоже офисные здания, но частично сохранившиеся еще с завода «Динамо». Ну, а это уже новое здание, построено, как я уже сказал, в 2015 году. Так что вот так вот. Теперь вместо производства здесь офисы, так сказать, компьютеры, бумажки перебирают, так сказать, думают, ну и так далее. Вот новая жизнь старой территории. Когда-то здесь было село Симонова, но потом уже стала Ленинская Слобода в советское время.